Добрый день. Знаете, какая самая большая у вас ценность? Это ваше собственное здоровье, которое было подарено родителями при рождении. Многие ситуацию недооценивают, работают вопреки всему, работают любой ценой и зарабатывают сотни тысяч гривен зарплаты, теряя тысячи долларов по здоровью. Многие считают просто, что здоровье, оно всегда было, есть и будет, как вот эти бочки. Но если присмотреться, эти бочки пусты. То есть у многих просто видимость здоровья, на самом деле здоровья нет. Мужчины тоже очень легко и быстро могут терять свое здоровье. Знаете, я тут нашел уникальный банк, пивной банк. Некоторые слишком часто делают вклады в этот банк, мужское здоровье постепенно теряется. Знаете, филиалов правда нет. Банк, если присмотреться за моей спиной, закрыт. А это его центральный вход. Джанкойское отделение, номер один. Если мужчина будет вкладывать в такой банк здоровья деньги, не чаще двух раз в неделю, его мужское здоровье будет крепким. Если будет часто вкладывать, потенция постепенно снизится и банк закроется. Поэтому, мужчины, берегите свой банк здоровья и свое мужское здоровье. Женщины, думайте о мужчинах и не доводите их до состояния, когда они слишком часто вкладывают свои деньги в банк здоровья. Лучше пусть они вам приобретут какие-то обновки.